exhibition, there are doors. In one door, you open it up, and there is... В утопическом центре, в утопической постройке... Возможность отечественным зрителям наконец-то знакомиться с творчеством и... Well, I think I've always had the idea to open up a contemporary art center in the back of my mind, but it wasn't until I saw this building that I realized this would be the perfect place to realize that idea. So I think it all came about, you know, almost as a lucky coincidence, but it's something that's definitely been long coming, and I always thought that Moscow should have a place like this. Эта инсталляция – это как бы такой философский дискурс между Гройсом и Кабаковым. Да, они играют в теннис, великолепно. Мы смотрим на них. Это люди, которые никогда не держали ракетку в руках. И таким образом мы смотрим на играющих в теннис, не профессионалов. Мы видим эти доски с написанными текстами, читаем и слушаем замечательные хлопки и крики бис публики, которой здесь нет. Россия прекрасная страна, все может быть прекрасно, почему-то все не получается. Оказывается, мы нашли почему, мы обнаружили ответ на этот феноменальный вопрос, кто виноват. Мухи, цивилизация мух поселилась над Россией и вытаскивает всю энергию. Теперь надо, как от них избавиться, то есть ответить на вопрос, что делать, и все будет замечательно. Это нематериальные вещи, совершенно не связанные с каким материализмом. Это, так сказать, игра на том, что всегда было присуще русской литературе и русскому искусству. Вера в романтику, вера в идеализм, вера в утопию.